Так, сейчас мы научимся управлять вертолетом. А, типа, куда меня высадить? Давайте. И вот мы попадаем в зеленую зону. Посом. Что у вас есть? Сюда. Вот, взгляни. Первая вспышка произошла на Пенсильванском вокзале. Затем, год спустя, вторая вспышка. Человек Афины тщательно все проанализировал. Воздушные пути, водопровод, все способы распространения вируса. Так, у нас нет на это времени. Мерсер. Вот. Так, то есть вторая вспышка началась в том же самом месте, что и первая. Смотри. Остановим его, а потом я раскрою ему его сраную рожу. Ладно, но с чего начать? У меня ничего нет.
У Афины тоже. Мы прорвем случайно структуру. Сабрина Галловой уже метит на пост финансового директора. Сабрина Галловой? Она подставная. Она следит за Гентек для Мерсера. Да, знакомое имя. Сюда, Сабрина Галловой, финансовый директор Гентек. Дозор собирает о ней сегодня особое совещание. Где? Снова база черного дозора. Видимо, опять придется стать сержантом Дженкинсом.